В Люберцах по решению арбитражного суда Московской области был демонтирован очередной торговый объект, размещенный не в рамках правового поля. Это магазин «Мак и компания», расположенный по адресу Егорьевское шоссе, первый километр, строение 1. Всего с начала 2019 года на Егорьевском шоссе были демонтированы 10 неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса. Работа по приведению в нормативное состояние вылетных магистралей в городском округе Люберцы будет продолжена. Она проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.